Помолитесь нам. What you feel? Say what you feel. What you feel? What you feel? What you feel? What you feel? Размялись немножко? Давайте продолжать. А скорая есть! Видели там, кстати, на входе футболочки наши продают? Нет! Ну там вот продают. И на самом деле, короче, история какова с этими футболками. Мы сколько, миллион лет пытались сделать эти футболки, ну нет, 3 года. Вот, и перед самым вылетом, короче, в Москву нам там за час, ой, из Москвы за час там нам их привезли, мы думали уже, короче, ничего не выйдет.
Вот, мы сложили их в один чемодан большой, полетели в Хабаровск, и когда мы прилетели в Хабаровск, этот чемодан не долетел. И типа как бы, ну, распродаваться они должны были, типа, первыми, кто купил бы их, типа, должны были стать хабаровчане, которые придут на наш концерт и все такое. Но в итоге, короче, это вы, типа, вы первые, ну, владельцы этих футболок будете. Такой вот случай. Спасибо, ребят!